Добрый день, уважаемые коллеги. Я Кузнецова Наталья Викторовна, заведующая отделением структурного подразделения Ладынопольского специального дома-интерната, который располагается город Ладынополе, улица Талалихина, дом 20. Отделение включает в себя отделение временного круглосуточного проживания и отделение милосердия. Рассчитано оно на 40 койко-мест. К нам поступают получатели социальных услуг с разными проблемами. В основном связано со здоровьем. Это последствия ОНМК, травмы, переломы, вывихи, эндопротезирование, категории граждан одиноко проживающие и маломобильные. Нами разработана и реализована практика милосердия. Это готовность делать добро, сочувствовать и сострадать. Это готовность прийти на помощь к тому, кому трудно, кто попал в беду. Цель нашей работы – медико-социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов. Для этого мы ставим перед собой задачи – повысить качество ухода за проживающими, для чего в первую очередь необходимо оценить психологические особенности и физическое состояние гражданина, выявить проблемы и применить мультидисциплинарный подход. Непосредственно сразу после поступления гражданина в учреждение в работу включается мультидисциплинарная команда, которая состоит врач, медсестра, психолог, медсестры, которые занимаются физиопроцедурами, массаж, инструктор ЛФК, социальный работник, юрист и культорганизатор. Согласно СанПинам, клиент находится в изоляторе 7 суток. За это время, после проведения комплексного обследования, принимается решение, на какое отделение он будет отправлен. Для более четкого осуществления персонифицированного подхода к каждому получателю социальных услуг в учреждении разработаны карты проживающего, позволяющие вести постоянный объективный мониторинг состояния здоровья и анамнез психологического состояния. Это позволяет своевременно и оперативно выявлять и устранять любые негативные изменения, что, несомненно, сказывается на реализации реабилитационных мероприятий. Ежедневно на отделении проводит осмотры проживающий врач-терапевт, консультируют врачи, психиатр, невропатолог, стоматолог. В случае нуждаемости лечения, улучшения или усиления группы инвалидности, а также актуализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации, клиенту оказывается необходимая помощь и поддержка. Как результат нашей практики, положительная динамика оказания социальных услуг, позволившая многим нашим проживающим вернуться к привычному образу жизни, устроиться на работу, воссоединиться с семьей. В связи с тем, что отделение оказывает реабилитационные услуги на самом высоком уровне, уже на сегодняшний день существует очередь из граждан, которые хотят поступить именно на отделение по адресу Талалихина, 20. Это не только жители Ладынопольского района, но и граждане Ленинградской области и города Санкт-Петербурга. Спасибо за внимание.